помолим и ще им дадем думата. Господи, ние ти благодарим, че може да бъдем заедно тази вечер. Да слушаме Твоя глас дълбоко в сърцата си, да пеем на Тебе хваления. Благослови служението и нека Святият ти Дух ни води мощно във всичко. Нека бъде славата за Тебе. Покланяме Ти се, Господи, и даваме слава на Твоето име. Алелуя! Амин и амин! Нека хвалим Господа! Алелуя! Добрый вечер, братья и сестры! Добрый день, братья и сестры! Я очень рад тому, что могу находиться здесь. Много се радвам, че мога да се нарвам тук. И верю, что сегодня будет особено время. Вярвам, че днес ще прекараме особено време. Время, когда Дух Святой прикасается к нам. Времето, когато Святият Дух ни докосва. Потому что время поклонения – это особенное время в нашей защото жизни. Времето, когато се покланяме, това Библия е говорит, нашето Бог ищет време. Поклонников. Библията казва, че Бог търси поклонник. А это каждый из нас. Това е всеки един от нас. Давайте му подарим Господу огромную славу на этом месте. Нека да хвалим Господа. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя я. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю тебя я. Благословение изливаешь, чтоб славить меня. Где бы ни был, что б ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Но я хочу за все
Тебя благословляю. Господу еще больше славы на этом месте. Воздай славу на Господа. Можно чуть-чуть гитарку добавьте, а то опустили сильно ее. Гитарка мало, но сильно, поможем. Аллилуйя! Будем славить Бога дальше. Славим Господа. Твоей. В тесноте я позвал, Он услышал меня. Окружили и сильно толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Не умру я, но буду жить истиной Твоей. Защита моя, вот кому принадлежит.
сегодня принадлежит твоя жизнь. Аллилуйя! Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Его, буду величать Его всегда, везде и на каждом месте. Аллилуйя! Подари Господу славу! Слава на Бога! Бог излил любовь на всех нас, даровал прощение. Его имени спасенье и радость, исцеление. Ты Бог, Создатель мира, Князь, первый и последний. Я буду петь, буду кричать милости Твоей. Бог излил любовь на всех нас, Он даровал прощенье. Его имени спасенье. Небеса, возможно.
Аллилуйя! Спасибо Тебе, Дух Святой! Мы благодарим Тебя, превозносим Тебя. Давайте подарим Господу огромную славу. Слава на Господа! Аллилуйя! Можно еще больше подарить Господу славу? Некогда дадим целую славу на Господа. Библия говорит, радость в Господе есть наша сила. Да се радуешь в Господе, твоя наша сила. Мы будем радоваться в нашем Господе, будем славить Его. Будем ликовать перед Ним. Подари Господу славу. Дай целую славу на Господа. Будем благодарны
будем. Дух Святой, поклоняемся Тебе, превозносим Тебя, жаждем Твоего прикосновения. Пусть атмосфера Твоего Царства наполняет это место, Дух Святой, превозносим Тебя. Мы посвящаем Тебе свою жизнь. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты менял нас, преображал нашу жизнь. Ты наш горшечник. Мы Твоя глина, Иисус. Делай, что Ты хочешь во мне. Делай, что Ты хочешь во мне. Измени меня, измени меня, Иисус. Делай, что Ты хочешь во мне. Делай, что Ты хочешь во мне. Измени меня, измени меня, Иисус.
За Твоето присъствие. Мы благодарим Тебя за то, что Ты прикасаешься к нашим сердцам. Благодарим Тебя, че докосваш нашите сердца. Мы благодарим Тебя за то, что Ты верный Бог. Благодарим Тебя, че Ти си верен Бог. Ты всегда приходишь. Ти винаги идваш. Ты всегда приходишь. Винаги идваш. Чтобы не было в нашей жизни, Ты всегда рядом. Каквото идем мы в нашия живот, Ти винаги си до нас. Ты самый любящий Отец. Ти си
Отец, който ни обича най-много. Благодаря ти. Yeshua.
присутствие. Благодарим Тебя за Твое присутствие. Знаете, самое ценное, что есть в нашей жизни. Най-ценное, което имаме в нашия живот. Я бы даже, наверное, сказал бы, самая большая победа нашей жизни. Дори мога да кажа, най-голямата победа в нашия живот. Это научиться слышать голос Бога. Това да се научим да чуваме гласа на Бога. Научиться слышать то, что Он говорит. Да се научим да чуваме това, което Той ни казва. Давайте на секунду присядем. Нека да се отдохнем чуть-чуть. Можно выключить эффекты? Холл. Спасибо большое. Самое ценное, что есть у нас, это научиться слышать Его. Което имаме е да се научим да чуваме Неговия глас. Я помню это время, когда я впервые встретился с Духом Святым. Помню това време, когато за първи път се срещнах със Святия Дух. Я знаю, что это особое время в жизни каждого человека. Знаем, че това е особено време за в живота на всеки човек. В этот момент ты понимаешь. В този момент разбираш. Бог реален. Бог е реален. Ты действительно понимаешь, Бог реален. Наистина разбираш, Бог е реален. Однажды я понял главную истину в моей жизни, в моем служении. В един момент разбрах най-главното нещо в моя живот, в моето служение. Если я хочу быть настоящим поклонником Божьим, ако искам да бъда истински поклонник на Бога, я должен знать. Аз трябва да знам. Того, кому поклоняюсь. Този, на когото се поклоням. Что значит знать? Какво означава да знам? Общаться с ним. Да се общувам с него. Общаться с ним. Да се общувам с него. Потому что наш Бог, он живой. Защото нашия Бог е жив. Это не статуя какая-то. Това не е някаква статуя. Это не картинка на стене. Не е някаква картина на стената. Это не крестик на шее. Не е един кръст, който наш Бог живой. Нашия Бог е жив. И мы с вами созданы по образу и подобию нашего Бога. И ние сме създадени по неговия прообраз. Мы с вами способны переживать много разных эмоций и чувств. Не можем да переживаем различные эмоции и чувства. Я знаю, что это нам дано от Бога. И знам, че това ни е дано от Господа. И у нашего Бога тоже есть чувства. И нашия Бог също има чувства. Тоже есть характер. Той също има характер. Тоже есть эмоции. Той също има эмоции. Иногда он радуется. Понякога той се радва. А иногда и плачет с плачущими. Понякога той също плаче с тези, които плачат. И когда мы общаемся с отцом. И когато ние съобщаваме с нашия баща. Мы знаем настроение нашего отца. Ние знаем настроението му. Это очень важно. Това е много важно. Я помню в 2004 году. Помню през 2004 година. Мы приехали с моей женой. С моята съпруга ние отидохме. Которая сегодня здесь со мной. Да, това е моята съпруга. Мы приехали учиться на библейскую школу. Ние отидохме да се учим в библейска школа. Знаете, это было очень важное событие в нашей жизни. Това е било едно много важно събитие в нашия живот. Очень важно. Много важно. Потому что там мы приобрели фундамент для своего служения. Защото там ние взехме една база, фундамент на нашия живот. Самое главное, чтобы наше служение всегда строилось на Слове Божьем. Много важно нашето служение да е основано върху Словото Божие. Аминь. Аминь. Я помню момент, когда я очень ревновал о том, чтобы услышать Его и услышать Его откровения для моей жизни. Помня този момент, когато аз много исках да чуя Негово откровение относно моя живот. Это было важно для меня. Това беше важно за мен. Я хотел знать, что Бог хочет от меня. Исках да знам какво Бог желае от мен. Я хотел знать, что я должен делать. Исках да знам аз какво трябва да направя. Вы знаете, Бог ответил мне. И Бог ми отговорил. Он мне дал несколько откровений. Той ми даде няколко откровения. Это были особые пункты для меня. И не особени моменти. Я их записал. Аз ги записах. И один из пунктов. Един тези момент. Звучал так. Звучеше така. Виталик. Виталий. Ты должен записывать диски. Трябва да пишеш дискове. Що? Какво? Я не понял. Аз не разбрах. Я ожидал Виталик. Аз очаках Виталий. Через тебя будут исцеляться люди. Через тебе хората ще се изцеляват. Освобождаться люди. Ще се освобождават хората. Ты будешь говорить им, они будут каяться. Ти ще говориш, те ще се покаяват. Ну мы всех всегда представляем вот такие откровения. Ние обикновено представяме така откровенията. Помните, когда Израиль нуждался в воде? Была помните, засуха. Помните, когда Израиль се нуждаешь от воды, что беше была засуха. Они позвали пророка Елисея. Те извикаха пророк Елисей. Тот позвал гуслиста. Той покани гуслист. Пока гуслист играл, рука Господня пребывала на Елисее. Господня рука, тя е пребывала с ним. И вот Елисей говорит народу откровение от Бога. Елисей казва на народа откровението от Бога. Берем лопаты, копаем ямы.
Трябва да почнем да купаем. Алло, Елисей. Елисей. А где вода? Где вода? Где сверхъестественно открытые небеса излилась? Где са небесата, вода то, която се полива? Копай ямы. Просто трябва да купаеш дни дубки. Вот так я понял, для меня это было откровение. И така разбрах, това беше за мен откровение. Пиши альбомы. Трябва да пишеш альбом. Бог дает откровение. Бог ми даде откровение. И моя задача его услышать и исполнить. Моята задача е да чуя това откровение и да го исполня. Я хочу иметь благословение в своей жизни. Искам да имам благословение в моя живот. Когда читаю Второзаконие 28 главу, четейки Второзаконие 28 глава, първата половина, там написано. Там пише. Если будешь слушать, ако чуваш, и тщательно исполнять. И исполняваш. И я понял. Я се разбрах. Я услышал. Аз чух. Более того, записал. Записах. Я должен начинать исполнять. Аз трябва да почне да ги изпълнявам. Даже если ты не понимаешь, зачем. Дори ако не разбираш, за что. Чтобы вы понимали, на тот момент я не знал ничего о записи. На този момент аз нищо не знаех за записки. У меня даже компьютера никогда в жизни не было. Дори нямах компьютер. Я не знал, что делать. Не знаех, какво трябва да правя. А идти к тем, кто знает, что делать. А да отивам при тези, които знаят, какво да правят. У меня не было денег. Аз нямах пари. Поэтому я должен был учиться. Затова аз трябва да се учих. Я учился. Я се учих. Я помню первый альбом, который мы выпустили. А вспомню первый альбом, който издадохме. Мы его записывали прямо дома, где живем. Ние го записахме в къщата, където живеехме. В соседней комнате у нас ребенок. В съседната стая имахме дете. Таня с ребенком. Моята съпруга с детето. А в этой комнате у меня барабаны. А в тази стая аз имам барабани. И не электронные. И не електронни. А живые. А истински. Да. Я помню, нужно было записать хор. Я хотел сделать хорошо. Помню, трябваше да запишем хор. Я сейчас когда направим добре. Изо всех сил. Со целите си сили. Ведь написано, ты должен тщательно исполнить, и то есть пишешь, хорошо. Трябва да направиш добре това нещо. Я позвал, помню, 14 или 15 человек. Я созвиках 14 или 15 души. Из церкви. От църквата. И знаете, как оно, стереотип есть такой. Има един стереотип. В церкви хор выставляют на ступеньки. Църквата хора става на една стълба. То есть я думал, что, ну, я тогда так думал, что это обязательная вещь. Аз тогава мислях, че това е нещо задължително. А дома у меня ступенек не было. Аз вкъщи нямах стълба. Но был диван. Но имах диван. Я их выставил первой ступенькой. И аз направих така. Първа стълба, втора. Мы славили Бога изо всех сил. Ние славихме Господа с всички сили. Пели, молились. Пеехме, молихме се. Под конец диван сломался. Накрая диван се счупи. Но альбом записали. Но альбом беше готов. Знаете, с тех пор каждый год. От тогава всяка година. Я выпускал альбом. Аз правих альбом. Альбом за альбомом, альбом за альбом. Альбом след один альбом, альбом след альбом. Потом говорю, Господь, а зачем я след это все делаю? Казвам, Господи, а за какво аз го правя? Мне же интересно. На мен ми е интересно. Ты сказал делать, я делаю. А зачем? Ти ми каза да правя, обаче за что? Бог мне с самого начала сказал, я войду через эти диски в те дома, куда ты не сможешь зайти физически. Бог началото ми каза, че через тези диски, через тези албуми, аз ще вляза в тези къщи на хората, където ти не можеш да влезеш. Но если я не мог туда зайти физически. Аз не можех да отида там физически. То значит, ты не видишь, заходят диски или не заходят. Но ти не виждаш дали влизат дискове или не. И мне так хотелось ответ. Аз много исках да имам отговор. Ну, знаете, всегда хочется знать, что у тебя получается. Винаги искаш да знаеш, ты на правильном пути. Ти се получава, ти си на верен път. Я говорю, Господи, покажи. Аз викам, Господи, покажи ми. И знаете, Господь не заставил ждать. И Господь не чакаше. Мне начали писать с разных стран. Почнаха да ми пишат от различни държави. С Бразилии. От Бразилия, Испания, Испания, Израиль, Израиль, Россия, Беларусь, Америки, с Америка, разных стран. От различни държави. Мы слушаем ваши диски, мы слушаем, слушаем ваши диски, мы слушаем ваши диски. Столько свидетельств, кто-то Толку гуляет. Много свидетельств. Какой-то там в Италии. Один человек в Италии. Человек поехал отдохнуть, просто. То идти там просто за напочивка. Говорит, иду по улице. Той каза, у тебя в Ресе по стоит улице, дом. И има една къща. Открытые окна. И отворни прозорци. И во всю твое прославление. И на цялата сила твоето прославление. Я думаю, слава Богу. Аз сказал, слава на Бога. Исполнилось. Исполнися. Говорю, Господи, так может хватит? Казвам, Господи, может быть, вече стига? А Бог говорит, нет. А ты казва, не. Говорит, если я даю откровение. Ты казва, ако аз дам откровение. Это не на два дня. Това не за два дни. Мое откровение всегда растет. Мое откровение винаги става все по-голямо. Аминь. Аминь. Когда я помню, мне показалось, все, все уже, все исполнилось. Аз помню, и в один момент, дальше делать, нечего. Аз няма какво да правя нататък. А мне Бог говорит, подними глаза. А Бог ми каза, и ты увидишь новые горизонты. Ты что видишь один нов горизонт. Новый путь, куда идти. Нов път. Куда развивать это откровение. Как да се развиваш.
Я говорю, Господи. Аз викам, Господи. Хорошо, я увидел, что ты вошел в дома. Добре, аз видях, че ти влезе в къщите. Но что ты там делаешь? Но какво правиш там? Мне же интересно. На мен ми е интересно. Я так хочу знать, что ты там делаешь. Много искам да знам какво правиш там. Для меня это важно. Това е важно за мен. Для меня важно. Я хочу понимать, что мое служение. Искам да разберем, че моето служение. Оно имеет вес. То е, има важность. Знаете, и здесь Бог не заставил ждать. И Бог не чакаше. Мне стали приходить множество свидетельств. Почнах да имам много свидетельств от различных хора. Как Бог менял жизни людей. Как Бог променяше животите на хората. Абсолютно по-разному. По различни начини. Я помню, я уже не помню, в какой город мы приехали и делали вечер хвалы поклонения. Аз вече не помню, в кой град имахме вечер на хвала и поклонение. Мы славили Господа, поклонялись. Славихме Господа и се покланяхме. Все закончилось. Всичко свърши. Мы общаемся с людьми. А общухме с хората. Подходит ко мне мужчина. Идва един мъж при мен. Простой, обычный, нормальный мужчина. Един обикновен мъж. Говорит, знаете, Виталик, вы меня не знаете. Каза, Виталий, вы меня не познавате. Но вы повлияли на мою жизнь. Но вы повлияхте върху мой живот. Я покаялся благодаря вам. Аз се покаях благодарение на вас. Я говорю, вау. Аз казал, вау. Расскажите. Расскажите. Он говорит, я водитель автобуса. Той каза, а, той водач на автобус. Обычный рейсовый автобус по городу. Обикновен автобус, градский транспорт. Ведь каждый день. И всякий день. Когда последнюю остановку я высаживаю последних пассажиров, когда излизат хората на последняя спирка, мне нужно ехать 30-40 минут в депо. Трябва да отидем 30-40 минуты върху гаража. Гараж, да. И говорит, кто-то однажды забыл ваш диск у меня в автобусе. И только каза, веднъж някой забрави ваш диск в автобуса. Я увидел, ух ты, какой интересный диск. Эх, много интересен. Поставил. Пуснаго. И 30-40 минут я ехал и слушал. И 34 минуты аз карах и слушах. Меня он так коснулся. Това много ме докосна. Что я слушал его каждый день, каждый раз, когда ехал в гараж. Че аз го слушах всеки ден, всеки път, като отивам при гаража. На протяжении полугода. За половин година. И потом я узнал о церкви. След това разбрах за църквата. И пришел служить Богу. И отидох да служа на Господа. Я покаялся благодаря вашему диску. Аз се покаях благодарение на вашия диск. Слава Богу. Слава на Бога. И знаете, я хотел еще одно свидетельство прочитать. Искам да прочита още едно свидетельство. Однажды мне прислала одна девушка. Веднъж една жена ми изпрати. На тот момент изпрати. Мы не были знакомы с ней. На този момент ние не се познавахме с нея. Но это свидетельство очень много поменяло в моей жизни взгляд на мое служение. Но нейното слово много промени моя взгляд върху моето служение. Я зачитаю. Аз ще прочита. Здравствуйте, Виталий. Здравейте, Виталий. Я хочу поделиться с вами одной историей. Искам да споделя с вас една история. Которая произошла со мной. Която се случи на мен. Она имеет отношение и к вам. Тя има отношение и към вас. Постараюсь быть краткой. Ще се постарая да бъда кратка. В 2015 году през 2015 година я очень заболела. Аз бях много болна. Это был конец ноября. Това беше края на ноември. У меня начала болеть спина. Гърба ми почна да ме боли. Потом отняло ноги. След това не се усеща краката. И я перестала ходить. Я спрях да ходя. Меня исследовали много врачей в разных дорогих частных клиниках. Исследваха много лекарей в различни частни и скъпи болници. Но причины болезни не могли найти. Но не знаеха причината на моята болест. Я очень была измотана. Аз бях много изморена. Мое состояние только ухудшалось. Моето състояние ставаше все по-зле и по-зле. С трудом меня взяла наблюдать одна государственная неврологическая клиника. Една неврологическа болница, която от государството, с трудност, но ме приеха. И я лежала в коридоре. И аз бях поставена в коридора. Так как не было свободных мест. Защото нямаше свободни места. В этот коридор вывозили уже безнадежных людей. В този коридор вече отиваха хората без надежда. Они лежали рядом со мной. Те лежаха до мен. И один за одним умирали. И един след друг те умираха. Я когда читал, у меня... Аз когато четох... Ну, внутри был шок. Вътре в мен имаше шок. Просто она лежала в атмосфере смерти. Тя лежеше в атмосферата на смерта. В прямом смысле. Я знаю, какие у нас государственные клиники. Я знам, какви са государствени държавни болници у нас. Однажды Тане пришлось лечь нашей старшей дочерью в одну из государственных клиник. Веднъж супругата ми с нашата голяма дъщеря, те отидоха в държавна болница. Буквально на несколько дней. За няколко дни. С тех пор мы всегда эту клинику объезжаем дорогой. От тогава ние подминаваме тази болница. Это не шутка. Това не е шега.
И когда я читаю эту и вижу, она находилась в атмосфере смерти, не я могла ходить. Не може да върви, тя се намираше в атмосферата на смъртта. И вдруг и веднъж, я услышала внутри себя голос. Аз чух вътре в себе си един глас. Послушай Виталия Ефремочкина. Трябва да послушай Виталия Ефремочкина. Она пишет: до этого я раньше не слышала о вас ничего. Тя пише: до сега аз не чувах за Виталия Ефремочкина нищо. Мы не были знакомы, она не знала меня, не знала моего творчества. Тя не ме познаваше, тя не познаваше моето творчество. Ей просто сказал Дух Святой. Просто Святия Дух и каза. Я ввела в Google ваше имя и фамилию. В Google написах неговото име. Одела наушники. Сложив все слушалки. И начала слушать песни хвалы. И почнах да слушам хвалите. Я его слушала сутками в буквальном смысле этого слова. День и ночь аз го слушах. Так как если я вынимала наушник, когато си маха слушалката, то боль сразу же возвращалась. Тогава болката се връщаше към мен. Когда я слушала песни хвалы, когато слушах песните му, то ощущала помазание Святого Духа. Аз усещах помазание, присъствие на Святия Дух. И боль отступала. И болката отминаваше. В итоге накрая прошло 10 суток непрерывного прослушивания песен прославления. Минаха 10 нощи и всеки ден аз слушах неговите песни. Меня перевели в индивидуальную палату. Аз сложиха ме в отделна стая. И ночью меня посетил Бог. И през нощта Бог дойде при мен. Через облако яркого света. Через един облак с много ярък свят. Он со мной много говорил. Той много говореше с мен. И исцелил меня. И исцелил ме. Он открыл мне, что я и мой муж призваны также к хвале. Той твори на мен, че аз и мой съпруг ние също сме призвани да го хвалим. Благодаря вам. Благодарение на вас. И вашим песням. И вашите песни. Бог исцелил меня. Бог ме исцели. Открыл мне мое призвание. Отвори призванието ми. Хотя врачи говорили, макар, че что я или умру, или буду инвалидом. Казаха, или ще стана инвалид, или ще умру. На данный момент я жива и здорова. На този момент аз съм жива и здрава. Слава Богу. Слава на Бога. Слава Богу. Слава на Бога. Знаете, не так давно неудавно мы делали школу поклонения в Киеве. Ние правихме школа на поклонение в Киев. В одной небольшой церкви. В една малка църква. Очень хорошей церкви. Много добра църква. И там прославление вел один парень. Там хвалението беше водено от един мъж. А в бэк-вокале пела несколько девушек. В бэк-вокал имаха няколко момичета. И вот после служения. И след службата. Этот парень и одна из этих девушек подходит ко мне. Този мъж и едно от няколко момичета. И девушка мне говорит. И момичето ми казва. Это я. Това съм аз. Та, которая писала вам это сообщение. Тази, която ви написа това съобщение. Красивая семья, красивый ребенок. Но хубаво семейство, имат хубаво дете. Я смотрел на них и радовался. Аз гледах върху тях и се радвах. Но однажды я просто услышал, пиши диски. Но веднъж аз просто чух, трябва да пишеш диски. Тебе кажется, это, ну, Бог, что ты говоришь? На теб, сестро, Бог, какво ми казваш? Что это за ерунда? Какво е това нещо? Ямы копать. Да копаем. Но у Бога большие цели. Но Бог има големи цели. Мы должны доверять Ему. Трябва да му се доверяваме. Доверять Ему. Да се му доверяваме. Давайте мы поднимемся. Нека да станем. Аллилуйя. Дух Святой, мы нуждаемся. Святия Дух, мы хотим больше, больше Твоего присутствия. Повече и повече. Больше и больше Твоего прикосновения. Повече и повече Твоето. Позволь нам прикоснуться к Тебе. Моля, докусни. Аллилуйя. Можно включить мою гитару? Гитара так уможе?